Его звали Сувлихин Такац, и он служил почтовой змеей. Женщины несли свои тела, как ножи, когда он шел со службы домой. И как-то ночью он устал глядеть вниз и поднял глаза в небосвод. И он сказал: я не знаю, что такое грехи, но мне душно здесь, пора водить парусный флот. Темной избе, в которой нечего было стеречь. Они следили за развитием легенд, просто открывая дверь в печь. И каждый раз, когда король бывал прав, и ночь подходила к ним вброд, королева говорила: подбрось еще дров, я люблю тебя, и к нам идет парусный флот. Сделай то, что хочется сделать, спой то, что хочется спеть. Спой мне что-нибудь, что больше, чем слава, и что-нибудь, что больше, чем смерть. И, может быть, тогда откроется дверь, и звезды заметят свой ход. И мы встанем на пристани вместе, взявшись за руки и глядя на парусный флот.